Натурачку кого-нибудь. Ну, сдают. Мне Козлов в прошлый раз сказал, опытного. Окей. Okay. Yes. It's okay. I like Japan. В каждом городе найдется своя местная рок-группа, которая считает своим долгом покорить все мировые столицы. Но как? Если ты родом из приморского городка, у тебя есть мечта и знакомый капитан со своим парусником, остается только поднять паруса. Bye-bye, Mama Russia. Когда в воду прыгаешь, вот это вот все сюда вот. Ударяет и тонешь. Вот это ляпка. За горизонт. За звездой большой медведицы дарить свою музыку всему земному шару. Звучит, конечно, романтично, но... Понятно, но это ужасно, ребятки. Слава есть. Держите теперь сколько. Зачем еще море-то? Больше, чтобы было. Скажи, вот только скажи, пойдем. Ну, в принципе, по местам, где рок-н-ролл любят. Can we go to United States of America? Нет. No America. Absolutely not. Sorry. Но на самом деле все не совсем так. Это вам не кино. Идеал Лагутенко forever. Когда приключение превращается в настоящее испытание. Правда о мумиях и троллях. Шторм на море и в голове. Победы и поражения. Кругосветка в стиле рок. Вообще, что такое? It's always been about Moscow. Самый приключенческий фильм о музыке и самый музыкальный фильм о приключениях. СОС. Матросу. Ох уж эта звездная болезнь. Меняет людей.